Приветствую, друзья. У нас предпродажная проверка игровой приставки Sony PlayStation 1. Ну, самая-самая первая, потому что сейчас уже есть просто первая новая. Собственно, приставка примерно в идеальном состоянии. То есть можно ставить твердую пятерочку. На сегодняшний день приставку в таком состоянии найти уже, наверное, нереально. То есть очень-очень сложно. То есть давайте вам покажу саму консоль. То есть, как мы видим, приставочка просто идеал. Приставочка у нас чипованная, читает абсолютно любые диски. Моделька у нас 9002 SCPH, паловская, серийный номер B3433196. То есть, реально приставка мега-мега крутое состояние. То есть, на сегодняшний день таких приставочек уже, наверное, очень мало сохранилось. Собственно, от нее джойстик, так же само состояние. Реально очень крутое. Это у нас SCPH 1200. Моделька уже с вибро и с аналоговыми стиками. Также в комплекте идет кабель питания 220 вольт и шнур подключения к телевизору RCA-шный. Приставочку я уже проверял довольно долго. Я на этой приставке отснял вот эти вот все игры. Их порядка 25-30 штук для канала на YouTube. Все диски, которые у нас были в наличии, проверились, ну, снялись видеообзоры игр именно на этой приставке. Вот я дня 4 этим занимался. Собственно, последним, скажем так, завершающим видео снимаю обзор самой приставочки. Я вам приготовил три абсолютно разных диска. То есть это у нас оригинальный, это черный диск в толстой коробке, оригинальный Sony PlayStation. Второй, это обычная пиратка. С красивой обложечкой, то есть записано студией Vector, это пиратка. И обычная CDR-ка, обложка напечатана на принтере и диск просто записан. Давайте с него начнем. Эти все игры есть сняты отдельно полностью, там по 10 минут ролики, то есть уже до начала самой игры, включая все заставочки на канале. Единственное, что и обзор самой приставочки зальется, скорее всего, на канал раньше, а все диски, вот эти 25-30 игр, сколько их там, я даже не считал, будут постепенно добавляться на этот канал, снятые они вот именно на вот этой консоли. В общем, давайте включаем, и по очереди я вам быстренько покажу загрузку. Читает приставочка просто на улет. Все диски читают, скажем так, с полоборота. Здесь очень много дисков были очень сильно зацарапаны. То есть, вот, писанный диск на компьютере. Было очень много поцарапанных дисков. И из всех дисков, что у нас было, только несколько, которые там, ну, просто там такие царапины уже гвоздем, скажем так, очень глубоко, их она не прочитала. А были, ну, просто капец зацарапаны, мелких царапин, то есть весь диск устелен, читает без проблем. Ну, то есть от начала и до конца, конечно, игры я не проходил. Я говорю, снимались обзорчики до 10 минут, в среднем старался 8 минут. То есть все заставки и минуту-две самой игры. В общем, я сейчас не буду особо, я вам просто покажу, что диски загружаются. То есть начинается заставочка, буду заставки пропускать. В общем, просто показываю, насколько быстро приставка читает диски. То есть Colony Wars, Red Sun. Это у нас пиратка. То есть никаких проблем в чтении нету. Дальше пиратка студийная. То есть я ставлю, потом включаю. Друзья, уже очень много времени потратил на съемку вот именно самих игр. Поэтому уже саму приставочку так быстренько вам покажу. Чтобы видео не снимать снова 10-минутные. Вправиться в 5 минут. Чтобы вы видели, что приставка идеально все читает, работает, никаких проблем нету. Отдельно у нас в продаже вы можете докупить, если нужен, второй джойстик и memory карты. То есть в комплекте, я повторюсь, идет приставка, идет джойстик и два шнура. Шнур 220 вольт и шнур подключения к телевизору. Диски так же само у нас отдельно в продаже. В общем, вот так вот, друзья. GVC. Эту, кстати, игру сегодня я записывал. Там очень много видеозаставок. В общем, так, если можно пропустить, я это пропускаю. Карта памяти не вставлена. Нажмите старт сначала. Значит, новую игру без карты памяти, да. Нажмите старт. О, блин, это... оно автоматом становится по этому, на загрузку, а не на старт. Вот, сначала.
Значит, без, да? И идет загрузка. В общем, друзья, так что время не тратить, уже не дожидаться самой игры. И последний диск — это лицензия. Это диски у нас черные, кто не в курсе. Так, пусть приставочка грузит. Черный, паловский. Диск полностью черный. Такие диски на сегодня уже очень редкость, так как их скуповывают коллекционеры. У нас вот под рукой всего на сегодня есть 4 таких диска. То есть, когда попадаются в Германии, мы их стараемся в первую очередь брать и привозить сюда. То есть, коллекционеры уже за такими лицензионными в толстой коробке. Тут получается еще книжечка есть. С этим диском книжечки не было. То есть, ставится диск и место еще под книжечку. Просто для общего развития вам покажу, к примеру. Вот, допустим, Dear Heart. Вот такие толстые книжки идут. Здесь порядка там 70 страниц. Здесь 130 страниц, 140 даже. В общем, то есть такие диски уже разобраны коллекционерами, скажем так. Ну, так же самое, как вы видите, все быстренько загружается и приставка хавает все диски. В общем, на момент, пока будет заливаться видео, возможно, уже я смонтирую вот эти по играм. Там получается, если до 10 минут видео, то оно у меня за раз писалось, а GoPro камера, если видео больше 10 минут, разбивает на ролики, то есть по 10 минут, поэтому приходится их просто склеивать и, ну, грубо говоря, потом уже после монтажа заливать. То есть там ничего не вырезаю, просто склею вот эти два видео или три. Ну, как правило, это два, потому что таких длинных я по 30 минут не снимал. В основном там есть пару дисков, которые по 15, по 16 минут. В общем, друзья, еще раз, то есть приставка в отличном состоянии. Сразу же вот после этого видео я ее в пленку запаковываю, и она уходит у нас на склад. Все диски я уже отснял по первым Сонькам видео. Если будут какие-то поставочки по дискам, буду уже снимать на следующих приставочках. В общем, с вас лайк за видосик. Так он получился уже слишком длинный. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока. Рекомендую приставочку, кто хочет первую. То есть это, наверное, лучший вариант на сегодня, что может быть. Все, счастливо. Всего наилучшего.